Наступил сезон сбора диких ягод и грибов. Многие ринулись за город за лесными деликатесами. Но в это же время в новостях участились сообщения о пропаже людей в лесах. Элементарное неумение ориентироваться на местности приводит к тому, что люди теряются, не могут выйти обратно к дороге или к населенному пункту. Я не смогу охватить все аспекты и рассмотреть все правила поведения в лесу, которые позволят мне заблудиться, но расскажу о самом элементарном. Сейчас в эпоху навигаторов телефонов кажется, ну как можно заблудиться, но к сожалению это случается. Первое правило: о поездке в лес не принимайте решения спонтанно. Хотя бы по карте ознакомьтесь с тем местом, куда собрались поехать. Сейчас возле городов везде хорошо развита сеть автомобильных дорог. Везде есть линии электропередач, газопроводы, железные дороги. Посмотрите на карте той местности, куда едете, куда идут основные магистрали, их направления. Например, от Екатеринбурга в сторону Челябинска идет Челябинский тракт. Несмотря на все повороты и изгибы, его общее направление с севера на юг. Запомните это. Оставили вы автомобиль на обочине, ушли в лес. Сориентируйтесь, в каком направлении вам надо будет выйти к дороге. Подготовьте свой телефон к путешествию. Во всех телефонах есть Яндекс.Карты, Google-карты и другие онлайн-карты. Но есть и одно но. В лесу часто не только нет интернета, но и нет порой сотовой связи. Поэтому, если вы хотите рассчитывать на карты в телефоне, надо установить какую-либо программу навигации, которая способна работать в автономном режиме, без интернета, без сотовой связи. Также надо будет позаботиться о герметичном пакете для телефона на случай дождя и иметь с собой пауэрбанк для подзарядки телефона. Еще лучше иметь с собой туристический навигатор и комплект батареек, неплохо иметь и компас. Если же всего этого нет, я попробую научить вас, как ориентироваться по солнцу, луне, звездам и ветру. Итак, начнем. Немного теории. Если встать лицом на север, то справа от вас будет восток, слева запад, а сзади юг. Но как определить, где север, если нет ни телефона, ни компаса, ни навигатора? Если есть солнце, то просто. Все мы знаем, что солнце всходит на востоке, заходит на западе. На практике это выглядит так. 8 утра солнце у нас на востоке, 12 дня солнце у нас на юге, 20 часов у нас солнце на западе. Это достаточно грубое определение, но его хватит, чтобы сориентироваться на месте. Итак, дорога на обочине, которой мы остановились, идет с севера на юг. Если это дорога общего пользования, то желательно запомнить, на каком километре дороги вы оставили машину. Затем, зная, что дорога в целом идет с севера на юг, определите, куда вы пойдете от дороги. Направо на запад, налево на восток. А это значит, что возвращаться вам надо будет или на восток, или на запад соответственно. На юг и север идти бессмысленно. Вы будете двигаться параллельно дороге. Но не каждый умеет ориентироваться в лесу. Как сориентироваться и не заблудиться, не имея при себе ни компаса, ни навигатора, ни других сопутствующих приборов для ориентирования на местности? Для этого, к примеру, мы остановились на лесной дорожке, и нам надо уйти в лес, ну, допустим, налево. Мы засекаем, где солнце. Солнце у нас вдоль дороги, так как солнце по часовой стрелке идет. Назад нам надо будет выходить на солнце. В любом случае мы выйдем на дорогу. Сбор ягод – увлекательное занятие. Настолько увлекательно, что человек, когда собирает ягоды, он не обращает внимания, куда движется. Движение у него хаотичное, от ягодки к ягодке. Увлекся сбором и потерял ориентиры, куда выходить. Сбор черники. Когда закончился сбор ягод, мы вспоминаем, а куда же нам идти? Вокруг везде лес, непролазная чаща,
Но мы помним, мы заходили с дороги так, что обратно нам надо выходить на запад, на солнце. Смотрим, где у нас солнце, и идем. Не важно, что мы выйдем на дорогу немножко в другом месте, где стоит машина, но на дороге мы потом уже сориентируемся. Продолжаем движение на солнце. Зная, что это направление выведет нас в любом случае на дорогу. Понятно, что в процессе движения у нас маршрут не прямо линейный. Приходится обходить бурелом, завалы. Но тем не менее мы все равно ориентируемся на солнце. Дорога тоже может петлять. Где-то она идет строго в одном направлении, где-то у дороги повороты. Но тем не менее мы знаем, что общее направление у той дороги, с которой мы сошли, с севера на юг. Поэтому мы ушли на восток. Чтобы вернуться к дороге, нам надо идти на солнце, на запад. По дороге встречается малина, которую мы не пропустим. Сорвем и съедим. Люди у нас свиньи. На помойку ехать лень. Высыпает мусор вдоль лесных дорог. В результате лес приобретает вот такой характер. Характер помойки. Ну а мы тем временем выходим на дорогу. Когда вы едете или идете в лес по дороге, надо постараться запомнить характерные места этой дороги. Вот я вышел на дорогу, но не помню, в какой стороне у меня машина. Или я сейчас иду правильно, или нет. Сейчас я немного пройду по дороге. Если те места, которые я не проезжал, мне попадутся, значит, я иду верно к машине. Если мне не попадется знакомых мест, значит, скорее всего, надо будет развернуться и по этой дороге вернуться назад. И тогда я выйду к машине. Здесь по дороге в одном направлении я понял, что иду не туда. Так как впереди на сосне приколочен знак «Въезд запрещен». Когда я двигался на машине, я явно этот знак не проезжал. Да и развилки вот этой я не помню. Значит, надо разворачиваться и идти в обратную сторону. А вот и знакомое место. На этой развилке я повернул в сторону от дороги. И метрах 50 от дороги должна стоять моя машина. Не знаю, видно ли через камеру, но глазами я уже машину вижу. Вот и урожай. Сыпем? Да, конечно. Немного в этот раз, но тоже хорошо. Почти 3 литра. Почти 3 литра. Да.